Молдове объявлен оранжевый код метеоопасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 7 вечера понедельника до 17:00 вторника. В ближайшие сутки на всей территории страны выпадет снег. В Бричанах и Сороках обещают минус 1, в Бельцах около 0, в Аргееве плюс 1, в Тирасполе и Лёве термометры покажут 3, в Камрате и Кагуле ожидается до 4 градусов тепла. В столице днем воздух прогреется до 3, ночью минус 2, в среду днем до плюс 6, в последующее время немного похолодает. И о погоде в Европе. В Мадриде прогнозируют плюс 11, в Париже 8 градусов тепла, пасмурно, в Лондоне на градус ниже, в Берлине 4 выше 0, в Риме воздух прогреется до 14, в Вене и Будапеште обещают плюс 5, в Праге и Варшаве на градус ниже, в Белграде 6, солнечно, в Бухаресте обещают 5 градусов, в Афинах термометры покажут 12, в Киеве прогнозируют 1 ниже 0, в Москве 3 градуса мороза и также выпадет снег, в Анкаре плюс 2, тут пройдут дожди.